человек будет делать замену крыла. Видели? Вот здесь такая мятинка есть небольшая. И вот здесь вот ее мало заметно, но здесь есть такой небольшой заломчик. В остальном же, в принципе, крыло-то это целое и ровное. Но, повторяю, нужно сделать так, чтобы было все по заводу. Естественно, нужно сделать все это без шпакля под идеалочку. Капот передний тоже у нас меняется, потому что здесь вот такая вот есть замятость. В принципе, это можно было тоже сделать, но, естественно, как я уже говорил, нужно сделать без шпакли. Значит, фару мы тоже будем менять. Здесь она вообще в клочья. Вот передний бампер под замену. Все портроники, хоть он здесь вот как бы и есть вообще-то, да? Вообще-то он здесь есть. Но, тем не менее, нам его нужно будет поменять. Все прилегающие детали тоже будут идти под замену. Вот эта штука черная тоже будет под замену. Все вставки, все очки, подочки. Полностью все будет новое. Ой, друзья, это искусство. Это искусство. И этим искусством нужно уметь владеть. И уметь творить. Так что я предлагаю уже начать бомбить, начинать эту тачку. Я буду снимать и отдавать колористу крыло переднее. Потому что лючок пластиковый. Сейчас я вам покажу, в чем различие. Лючок бензобака у нас пластиковый. И он чуть-чуть другого тона. Как вы можете видеть, вот крыло желтей, а лючок светлей, как вы можете наблюдать. Может быть и не сильно видно, но это так. Поэтому он нам не подходит как под подбор цвета. Ну и плюс ко всему, переднее крыло мы будем снимать, менять, поэтому по нему мы и подберем цвет. Потому что на железе и на пластике цвета разные. Хотя краска с одной банки, но она разная. В принципе, здесь ничего нового для нас не открылось. Ну, вот бачок единственное. Немного вот такой вот он потертый какой-то. Но, тем не менее, он лежит у нас тоже новый. Потому что вот это, ну, это достаточно серьезное повреждение. И вот эту вот краску уже, наверное, не оттереть. Да и нет смысла. Здесь кто-то прикладывался. Надо ставить новье. Ну, фары, это уж само собой разумеющееся. Вот, получается, вот эта планка у нас согнута. Но... я думаю, не проблема ее будет выпрямить. Я думаю, готово. Надо сделать первую накидочку. 8000 рублей 1 килограмм краски получился на эту машину. 8 штучек. Это не считая других химических еще материалов, ну, типа растворителей, там, всего такого, грунты, праймеры и так далее. Просто голая краска. 8000 рублей. Сзади меня лежит огромная куча запчастей на эту машину. Давайте их распакуем, посмотрим, что мы здесь имеем, и начнем первую накидочку. Новое крыло. We'll be right back.
Почти все перекупы и не только обращают внимание вот на эти герметики. Ну, конечно же, его здесь еще нет, но его нужно класть очень-очень качественно, чтобы он был идеально ровненький, без всяких там извилин, повилин и так далее. Поверхность обезжирена, ну, естественно, все замотовано тысячной наждачкой. И теперь все здесь готово для нанесения, собственно говоря, самого герметика.